вас дома недавно появился котенок, и вам уже не терпится взяться за его воспитание? Подождите, мы подготовили для вас кое-что интересное. Прежде чем вы начнете учить вашего мяукающего малыша правильным вещам, посмотрите нашу видеоинструкцию. Итак, представляем вам 6 правил воспитания котенка. Правило номер один. Начинайте воспитывать котенка по достижении им 2-3 месяцев. Лучше всего основы хорошего поведения кошки усваивают до полугода. Не наказывайте котенка, а пытайтесь предотвратить его плохое поведение. Кошки имеют кратковременную память. Если питомец совершил проступок несколько часов назад, наказывать его уже бессмысленно. Он просто не поймет причины вашего гнева. Старайтесь предотвращать плохое поведение питомца. Если вы видите, что котенок нарушает правила, громко хлопните в ладоши или топните ногой. Мяукающие не любят громкие звуки. Так совершение определенного действия будет вызывать у кошки негативные ассоциации. Не кричите и не бейте котенка. Оба этих действия негативно отражаются на психике животного. Если хотите наругать питомца, строго поговорите с ним. Можете чуть повысить голос. Хорошо различают интонации и поймут, что вы недовольны. А вот хвалить любимцев необходимо мягким и тихим голосом. Не нарушайте собственные правила. Все кошки строят свою жизнь, исходя из строгих правил и расписания. Если вы что-то запрещаете, то это должно быть запрещено всегда. Точно так же обстоят дела со временем для игр, сна и еды. Приучайте кошку к определенному графику дня и не отходите от него. Никогда не играйте с котенком с помощью рук. Купите малышу отдельные игрушки для игр и приучите его к ним. Если вы играете с котенком руками, он воспринимает это за норму и во взрослом возрасте будет также нападать на ваши руки. Особое место в воспитании котенка занимает приучение его к туалету. Наберитесь терпения и не ждите быстрых результатов. Если ваш котенок сходил в туалет не там, где положено, вытрите это место тряпкой и ей же протрите часть лотка. Так котенок по своему запаху определит туалет и больше не будет его ни с чем путать. Воспитание котенка – сложный, но интересный процесс. Следуйте перечисленным правилам, и пусть из вашего мяукающего малыша вырастет умный и послушный взрослый питомец.